Здравствуйте. Это очередной уровень Sirius M2. Он наконец-то проходит на поверхности. То есть все, с канализациями покончено. И мы оказываемся в таком вот замечательном, красивом саду, который, тем не менее, населяют клоуны. И здесь нам надо для начала собрать 4 пластинки с песней, я так понимаю, которая называется «Nuke Me Bender». Не знаю, что это значит, но тем не менее. После каждой взятой пластинки местность населяется очередным выводком клоунов. Эта часть немножко муторная, но она должна быть сделана. Вот здесь вот есть секрет. Такой сундук. Дальше здесь выпрыгивают клоуны. Зацепился. Ой, я не видел, как это спускался. Я не обратил внимания почему-то. Это был мастер-класс по неправильной приоритизации целей от Дмитрия. Да. Тем не менее, здесь вторая пластинка. Давайте ее возьмем. Заодно и броню вот здесь вот. Я думал, вы все оттуда вылезли уже. Они любят хаотично перемещаться, их иногда сложно выцеливать. Эта вот центральная зона, к слову, немножко странная. Здесь вот скорпион появляется всегда, а на других входах почему-то нет. То есть в какой-то момент они просто разом все появляются, при каких-то обстоятельствах, я не знаю. Я не то чтобы это узнавал, мне лично пару раз удавалось их, скажем так, затриггерить, но в этот раз они не торопятся. Ну ладно. А ты куда? Как ты играется еще со мной, посмотрите. Так, да. На этом флаге есть ракеты. Так, может быть сейчас? Ну, видимо, нет. Ладно, возьмем третью пластинку. Так. Ну же, я тебя слышу. Удирает в ужасе, но безуспешно. Здесь лежит монетка, такая, которую стоит отдать местному уличному музыканту, чтобы он сыграл для нас. Давайте послушаем. Прекрасно. Ну и да, это секрет, конечно же. И что, и сейчас не появитесь? Ну и ладно. Видимо, боятся. Но эти, тем не менее, не боятся. Вот здесь можно себе добыть здоровье.
таким вот образом и забрать последнюю пластинку, и мы сможем двигаться дальше. Не любят менять направление. Я все еще жду. Ну, может, все-таки встречусь с вами. Не хотите? Не надо. У меня нет все равно цели убить всех, так как нету счетчика. Как такового. Максимального количества монстров на карте. Кстати. После последнего уровня я буду проверять, сработали ли все секреты, а то мало ли. И здесь находится последний секрет. Я слышал дзынь, значит, он все-таки сработал. Здесь будет зона с зомби-хит-сканерами. Поэтому нам нужно быть осторожными. Обойдем также вот здесь. Головой ударился, что ли? Так, вот там наших бьют. Давайте вмешаемся. И, разумеется, тут появится множество этих зомби-брокеров. Я думаю, не нужно объяснять, насколько они опасны на этом уровне сложности, поэтому нужно вести себя осторожно. Потому что они с легкостью могут убить. Но мы справились. Никогда не понимал, что это значит. Но может быть это что-то хорватское. Кто его знает. Так, ну да, чувак, который не затыкается, которого мы спасли, очень нам благодарен. И даст нам ключик от этих ворот. Более того... И он, и его многочисленные клоны будут помогать нам в следующем бою. И они даже полезны. Вот здесь, на этой большой арене, будет несколько волн врагов, начиная со скорпионов. Их тут довольно много. Наши ребятки на себя внимание отвлекают и могут даже убить кого-то из них. Вот видите. Они, правда, дохнут так же быстро, но... Но позволяют выиграть немного времени. Так, со скорпионами покончено. Давайте возьмем те вкусняхи, которые здесь появились. Особенно пули нам очень понадобятся. И смотрите, кто вернулся. Гарпии. Эти ребята их весьма успешно взрывают, как видите. Они правда полезные здесь. Всю работу за нас, конечно, не сделают, но внесут свою лепту.
неплохо сгруппировались. Можно пустить несколько ракет. Я думаю, достаточно. Ракеты нам еще нужны будут. Как и пули, собственно. Поэтому до этой арены я рекомендую их не тратить особо. То есть первую часть уровня желательно проходить с дробовиками и немного гранат. Следующая волна — это клоуны и вот эти вот ракетчики. Надо аккуратно смотреть за ними, когда отступаешь, они могут резко перед тобой возникнуть и съесть ракету прямо у тебя перед лицом. Это еще за клоунами надо следить, потому что они могут бежать, ребята, резко сменить свое направление прямо за спиной. Да что вы? Они прям просятся. Возникают перед тобой, когда стреляешь ракетами. Давайте пустим немножко ракет префайером. И, разумеется, я все промазал, ну ладно. Вот о чем я говорил, кстати. За клоунами нужно следить. То они из фланга вот обходят. Объезжают, точнее. Ну да ладно. Мне нравится этот момент, он веселый, хаотичный. Еще ребята просят ракеты. Вон те бонусы, кстати, наверху на флагах, они слегка смехотворны, на мой взгляд. Потому что их можно, конечно, взять при желании, но это того не стоит. Затопчут. Так же, как и сердце большое, которое вот там вот перед большой дверью в итоге появится. Ну, можно попробовать, конечно, до него добежать, но сами видите, что нам мешает. Но паренька нужно уничтожить как можно скорее. Уж следить еще и за их ракетами — это сложно. Эти ракеты бьют довольно больно. Потому что здесь много чего вообще на этой арене летает. Упс. Давайте не умирать. Это несложно. Это должен быть последний чувак. А, ну да, вон. Вот то самое сердце. Весьма доступная, ага. Ну и вот. Очередной уровень. Достаточно сильный, крепкий. А первая половина его может показаться немного затянутой, немножко муторной, но тем не менее он быстро встает на рельсы, и финальный бой, он прям в классическом сэме он прекрасен. То есть волны врагов, приоритизация целей, разные комбинации. Конечно, все решается пулеметом и ракетницей, как старые добрые, но тем не менее. Это все равно весело. Ладненько.
На этом у нас все на сегодня. Спасибо большое за просмотр и всего доброго.